Приветствую вас. Я не знаю, каким врачам вы обращались, конечно. Вот, но я думаю, что обратиться вам имеет смысл к психотерапевту в первую очередь, потому что именно психотерапевт решает такие вопросы. Вот. Это первое. Второе. Значит, то, что вижу я, то, что вы описали, это может быть и па, это может быть и проявление истерии, да, то есть болезненные потребности во внимании и прочее. То есть вариантов здесь на самом деле очень много. Вот. И я думаю, что все это нужно изучать. То есть изучать нужно именно этиологию того, что с вами происходило последнее время, именно. То есть, как вы жили, что вы делали, чем занимались там, вот, ну и так далее. Вот. И помочь вам в этом, конечно, не может обычный врач. В этом вам может помочь только врач, психотерапевт, либо клинический психолог. Вот. Клинический психолог вам в этом помочь может, а вот обычный врач, к сожалению, нет. Вот. Вот так, в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, обращайтесь к психотерапевту, поработайте с ним, с психотерапевтом, и уже потом, после того, как получите видение своей картины, получите лечение, я думаю, что можно будет обращаться уже и к психологу для, ну, работы, для психотерапии. Вот, вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.